рано утром, получив в гостинице завтрак с сухим пайком, выехали в аэропорт, чтобы вылететь в город Сиань. Расстояние до Сианя около 1100 километров. Пришло время съесть сухой паёк. Несмотря на плохую видимость, благополучно приземлились в аэропорту Сианя и едем по городу. Уехали в Сиань. Сианю более 3000 столетий. В 7-9 веках это был самый большой мегаполис мира с населением до 1 000 000 жителей. Сейчас население города приближается к 9 миллионам. Молодежь вот одета не так, как... Больше вместо вот этих деревьев лиственных, тем больше будет ели. А елка не сохранилась никак. Вот и люди те же живут, да? У них в генах это древняя китайская кровь. И вот так в каждом китайском городе. Там города будут древними, ну некоторые из них вообще будут древними. Это больше нашего. Гид спросил, был ли кто-либо из группы раньше в Китае. Я ответил, что я был. А я это кто? Виктор. А, да, Виктор. Как вы туда попали в Китай? В командировку поехал. Пришлось кратко поделиться впечатлениями об архитектуре Пекина, Харбина и Тяньцзиня 1995 года. Едем в район расположения большой пагоды Диких Гусей, входящей в состав буддийского храма Да Циэнь. В парке перед храмом памятник Сюаньцзану. Это китайский монах-буддист, философ, путешественник и переводчик начала эпохи Тан. Эпоха Тан считается золотым веком в истории китайской цивилизации. Сюаньцзан известен прежде всего своим 17-летним путешествием по Индии, где он учился у знаменитых буддийских философов. По дороге к храму – огромная курильница для благовоний. Сюаньцзан систематизировал буддийские тексты, часть которых в подлинниках была утрачена и сохранилась только в китайских переводах. Он оставил после себя труды, помогающие глубже понимать историю Индии и буддизма. Его книга «Путешествие в западный край», то есть в Индию, является до сих пор классикой китайской литературы, переведена на многие языки, в том числе на русский. После Индии он жил в монастыре, в районе которого мы находимся. Сюаньцзан был инициатором строительства большой пагоды Диких Гусей в качестве хранилища священных буддийских текстов и фигур Будды, которые он привез из Индии. Вначале построили 5 ярусов, затем добавили еще 5. 3 верхних яруса не сохранились. Теперь пагода семиярусная, и ее высота 64 метра. Пагода немного наклонена в западном направлении, примерно на 2 градуса. Здесь изображен земной путь Будды от рождения в семье Раджи одного из индийских княжеств через отказ на 30-м году жизни от своих сословных привилегий, суровую аскезу, 7 недель медитации – к полному просветлению. После 45 лет путешествий и проповедей Будда в возрасте 80 лет перешел в состояние пари-нирваны, освободив свое земное тело. Эти изображения рельефные. Потолок этого помещения. Позолоченный Будда. Справа и слева от Будды – места для молящихся.
На подушках изображение лотоса, символа чистоты, мудрости и просветления. Это образ милосердного Бодхисаттвы, Авалокитешвары. Бодхисаттвы – это просветленные, которым суждено стать Буддами, но они отложили переход в это окончательное состояние, чтобы помогать людям. Стены павильона с Бодхисаттвой Авалокитешварой. Он имеет 1000 рук, чтобы быть способным помогать одновременно множеству людей. Для этой же цели в других вариантах изображения он имеет 11 голов, но тут я разглядел только одну голову. Кадильница с благовониями. А здесь Будда на фоне капюшона головы кобры. Существует легенда о кобре, которая защищала своим капюшоном спящего Будду от солнечных лучей. Одна из стенных панелей. Потолок. Торговый центр недалеко от храма. Оригинальная реклама на потолке в этом центре. Прошлись под дождем по аллее с большим количеством своеобразных скульптур. Далее ряд скульптур совершенно в другом стиле. Учитель и ученики. Парикмахер. Около этой группы написано: «Местные люди искренние и честные. Их миски с едой размером с раковину умывальника, и трудно отличить одну от другой». Написано: «Обычай забирать невесту». Мальчик, сопровождающий жениха, символ удачи, сидит в свадебной повозке в зеленых штанах и желто-красной рубахе. Зашли пообедать китайскими пельменями. Их название определяется способом приготовления и начинкой. Здесь показаны пельмени, приготовленные на пару, которые я ел. Они называются бао-цзы. Зеленый чай без ограничения. Уезжаем из старого города и направляемся в отель. Она Посмотрите. Нет, они стоят, и он номер 500, видишь?
уже стоят. Не смешно. Вот зеленый сон. Это дождь. Эти улочки с приятными, с рынком, с рынком. Это сон спокойствия. Площадь. Приехали в отель. Наш номер. После непродолжительного отдыха отправимся на ужин, а затем увидим шоу, посвященное династии Тан. Есть и стоячий душ, и ванна.